зв'язку вже є Михайло Шельтельман, політехнолог. Пане Михайло, доброго ранку ми вам бажаємо і слава Україні. Героям слава. Здравствуйте. Доброго ранку. Пане Михайле, хотілося б з вами розпочати темою місцевих виборів, які Російська Федерація, власне, від сьогодні фактично намагається розпочати на тимчасово окупованих територіях України. Зрозуміло, що в якому форматі вони не відбувалися і з якими б результатами світ, і тим паче Україна, ці вибори не визнаватиме, я маю на увазі цивілізований світ. Але для чого вони Російській Федерації? Це спрямовано на внутрішнього споживача, на росіян, чи передусім для чого їх проводять? Ну, точно так же, как вся остальная их попытка что-то легитимизировать. Они же потом будут рассказывать, ну как же, вот же, смотрите, депутат от Запорожской области сообщил, а вот депутат от Херсонской области, вот в Государственной Думе что-нибудь сказал. Или, ну, я не знаю, куда они там будут выбирать. Сейчас, может, какие-то местные выборы, потом в какие-то центральные органы власти. И они же постепенно, им удается как бы проникнуть в мозг многих людей. Я сам видел, например, даже на либеральных, вот есть каналы эмиграции российской, то есть это антипутинская эмиграция, да, люди, которые сбежали от Путина, на которых заведены уголовные дела. И у них на канале, например, спокойно подписывают Аксенов, глава Крыма написано. То есть не написано, что это представитель оккупационных властей, да, а написано глава Крыма. То есть они постепенно, все вот так, вот эта зараза, она распространяется. А потом, как, не знаю, какую-нибудь делегацию включат этого человека, и уже там какой-нибудь, вот Израиль сейчас, знаете, подписал договор о совместном кинопроизводстве. И туда как бы киношников израильских направят в Запорожскую область, скажут, ну как, это наша Запорожская область, вот вас отвезет мэр, да, города Токмак, например, или Мелитополя. И все, а на международной арене там каждый что, каждый режиссер же он не знает, да, что это на самом деле не мэр, а простой оккупант, да, простой убийца. И пойди расскажи, а вот же у него на визитной карточке написано мэр. Поэтому они все вот это делают, чтобы включить как бы в свое, как они считают, легитимное поле. И постепенно, постепенно, так, в виде такой коррозии, что ли, разливать это по миру. Але я б хотів ось поточнити, жодну з чотирьох областей, які Російська Федерація нібито включила в свій склад, жодним чином не контролювала і не контролюватиме. Як вони це пояснюють своїм, знову ж таки, внутрішнім споживачам? Ну от здавалося б, в Запоріжжя вони навіть ніколи не заходили. З Херсона вони зробили такий крок, так, як вони люблять казати, жест доброї волі. Але ж це якось треба пояснювати. Ну, як це? Дивина. Не контролюють, але вибори проводять. Да ні, не потрібно нікому нічого об'яснювати, якщо ви думаєте про масову... Тобто це не має значення для росіян? Ні, не в цьому справа. Ніхто нічого не знає. Ніякий зритель, от звичайний російський, він не знає, де знаходиться город Запорожжя, він не знає, що він до сих пор не окупірований. Для нього це все така абстракція. Ну, что вы думаете, обычный житель России, который проживает где-нибудь там, ну, не знаю, на Байкале, для него вся эта, в смысле, Запорожье, ну, это как вот вам сказать, слушайте, там есть спорный остров на границе Перу и Эквадора, вы вот как считаете, все-таки он перуанский или эквадорский? А люди 5 лет там воевали, 5 войн, да, и 4 войны, 5 лет за этот спорный остров. Но вы же не знаете про это, потому что это где-то на другой конце земного шара, так же и для россиян. Они же все это не знают. Да и потом уровень образования в России очень низкий. Уровень развития человеческого капитала очень низкий крайне, да, их там учат, вон, вы же видели их учебники, чему там учат. Там учат всякой ерунде, поэтому там нет, про это заботиться вообще не надо, мне кажется, российскому руководству. Оно же рассчитывает на самых тупых, на деклассированный элемент, на люмпинов, а это 90% населения России, ну 85 как минимум. Пане Михайле, учора, у четвер, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен сказав, що особи, які підтримують ось ці фіктивні вибори, псевдовибори, організовані з боку Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі так звані ось ці міжнародні спостерігачі, ризикують потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки. Ось це попередження, це привід задуматися, чи тим, хто виконує накази на території тимчасово окупованих, так, на тимчасово окупованих територіях України, їм байдуже на це? Ну, поки, знаєте, поки ці люди, вони, по-моєму, ті, хто взагалі вот цим займається, недостатньо страдають із-за цього. Тобто, от мене вчорашнє заявлення, чому порадувало Блінкен. Може бути, от у нас з'явиться повод, по крайній мірі, легітимний абсолютно, у української прокуратури. Ведь не заводят же достаточно уголовных дел, как мне кажется, на тех, кто приезжает на оккупированную территорию. Это же уже само по себе уголовное преступление. Вот предположим, давайте просто предположим,
там, не знаю, какой-то певец там, или актер. Вот помните, был Рома Зверь, приехал на оккупированную территорию. Есть такой певец у них, да, в России. Вот на него же не завела украинская прокуратура уголовное дело, не объявила его пока в розыск. Хотя причина для этого есть. Вот полная причина для уголовного дела. И тогда он бы боялся вообще выезжать из России, если бы просто объявили. Я не говорю, что его приняли бы в розыск там везде, но в Европе бы приняли в розыск. Вот, он бы точно в Европу больше никогда не поехал. Тогда бы они, может быть, ну, многие из них трижды подумали. А пока они вот так могут приехать сюда, какой-нибудь Филипп, я не знаю, Филипп Киркоров был или не был в Крыму, просто не могу сказать точно, наверное, был, да? Но съездить сначала в Крым, а потом в Европу. Потому что он не в розыске, на него нет уголовного дела в Украине. А если сам Блинкен уже сказал, ну это же прямая причина для нас заводить уголовные дела. Вот сегодня стало известно, что сын Дмитрия Медведева, например, помогал организовывать вот эти псевдовыборы на оккупированных территориях. Вот у нас есть уголовное дело на сына Дмитрия Медведева? Я думаю, что нет почему-то. Ну как, не почему-то в смысле, но сейчас точно уж благодаря высказыванию Блинкена прямо самое время заводить эти уголовные дела. Потому что мы сами можем, Украина может, украинские органы власти, я думаю, сейчас уже есть на это силы. В начале войны, понятно, было не до этого. Но сейчас, возможно, уже есть силы заняться самим преследованием этих людей по всему миру. Не в смысле гоняться с прокурорами, а просто бумаги за ними посылать, чтобы настолько усложнить им жизнь, чтобы они потом подумали в следующий раз, ехать, не ехать. Пане Михайло, ви ось досить такий цікавий приклад навели на початку нашої розмови щодо острову і згадали Перу та Еквадор. Але якщо пересічний росіянин не знає про острів і спір між Перу та Еквадором, то як мінімум загальні знання історії і те, що між Перу і Еквадором відбувалися війни, і в тому ж таки 20 столітті було три величезних конфлікти, один з яких в 41-му році, то це, в принципі, можна вивчити і так само розуміти, бодай на поверхневому рівні, що Росія веде війну проти України. Ось ця теза спеціальна воєнна операція в розумах російських громадян, вона ще й досі вкорінена і чи вкорінюється, чи все-таки змінюється на усвідомлення, що це величезна війна? Ну тут я можу судити, тільки, знаєте, мені дуже складно, так як я ж не був там, довіряти опросам не можу, то кому я можу довіряти? Я можу довіряти тільки тим дослідникам, яких можна вважати більш-менш незалежними. Причем это должны быть россияне, потому что больше кто еще, да? Которые где-то выступают на каких-то вот тех самых либеральных российских свободных каналах. То есть сами эти россияне должны проживать в России, иначе у них нет сведений никаких, но при этом выступать на западных каких-то каналах. Они должны быть наверняка очень осторожны, потому что иначе их там в тюрьму посадят в России. Но вот судя по вот этим выступлениям, а я их слушаю периодически сколько могу, да, отношение изменилось к войне. Это прямо вот там многие такие, такого рода исследователи говорят, что изменилось. Что, например, по их мнению, провести вторую волну мобилизации будет гораздо сложнее, чем первую. Что люди узнали об этой войне много, просто много узнали. Вот именно как вы говорите, там, что это война уже для них. И что они эту войну хотят закончить, просто чтобы она закончилась как можно скорее. То есть там энтузиазма нет. И есть, нарастает там противоречие, например, между Москвой и остальной частью Российской Федерации. Потому что в остальной части Российской Федерации мнение о войне сейчас примерно, я сейчас утрирую, потому что понятно, что нет исследований точных, да, примерно такое. Москвичи затеяли войну, нашими руками воюют, то есть нас посылают воевать, сами жируют. Слава богу, что по ним хотя бы теперь украинцы беспилотниками бьют. Но только вместо слова «украинцы» они говорят другое слово. Вот, но вот такое примерно отношение. То есть разочарование в войне, безусловно, за полтора года есть, это точно. Пане Михайло, от якраз як ви під час того, як свою думку висловлювали, натрапила на результати соціологічного дослідження російської організації «Левада Центру за серпень» і пише, що більшість громадян Російської Федерації не хочуть відмовлятися від окупованих територій України. Як зазначають соціологи, прихильників мирних переговорів у РФ більше, ніж тих, хто хоче продовження війни. І за дипломатичне врегулювання конфлікту виступають 50% опитуваних громадян, тоді як 41% респондентів – підтримують військові дії. І так само найпоширенішою причиною підтримки завершення війни серед росіян виявилася велика кількість втрат. На другому місці втома від війни. Ось так от. Ну, видите, тут, к сожалению, Левада-центр – это ровно то, о чем я говорил, что этот нельзя доверять. Нельзя, потому что, ну, это путинская организация, провластная. Поэтому они просто рисуют то, что кому-то зачем-то надо. Я не могу сказать, им же не Путин лично диктует результаты, да?
То есть Левада центр контролируется кем-то из путинской верхушки. Я не знаю кем. Может, это Патрушев контролирует, может, какой-нибудь Шойгу вообще, да? Вот тот, кому надо зачем-то в его таких внутренних аппаратных кремлевских интересах вот такие результаты, он им продиктовал такие результаты. А у них есть ВЦИОМ, например, какой-то всесоюз, всероссийский что-то, центр там, изучения общественного мнения. И вот другой куратор, ну, не знаю, там, например, администрация президента Кириенко, да, как его там, Кириенко, ну, например. И вот Кириенко другие результаты диктует. Но это как раз ровно те опросы, на которые мы вообще не можем опираться никаким способом. И вообще, если вам приносят на сегодняшний день опросы количественные, то есть где опрошены были тысячи людей и, значит, вот какой-то результат, то этому верить точно нельзя сразу, потому что количественный опрос сегодня в России провести невозможно. Потому что вот тут, вот, что я могу доверять, да, тем, кому могу доверять? Значит, 95% россиян отказываются принимать участие в опросах общественного мнения, связанных хоть как-то, где упомянута война или Украина. 95%, представляете себе? То есть вот все, что вы читаете, это те 5%, которые согласились давать ответы. Разом з тим, пане Михайло, згадали ви і про мобілізацію. Одне з російських видань під назвою «Можемо пояснити». Не знаю, можливо, наші глядачі знають про нього. Я особисто вперше про нього почув. Там кажуть, що в 20-х числах вересня в Росії почнеться нова хвиля мобілізації. На вашу думку, все-таки, вона буде мати такий масштаб, скажімо, як минулого року? Це буде офіційна мобілізація? Чи на такий крок вже Путін не буде йти? Це все одно продовжиться ось та прихована, тільки, можливо, масштабується. Ну, в моєму представленні, це залежить від наших успіхів на фронті, від успіхів Вооружених сил України. Тобто в сьогоднішній ситуації, поки, це була б, якщо б сьогодні це все відбувалося, це була б таємна мобілізація, тобто мобілізація під видом якихось добровольців, контрактників і так далі, те, що вони і роблять, вони постановили підписати там якісь 300 тисяч нових контрактників або 400 тисяч, ну, там різні все время цифри гуляють. Вот. Но если произойдет что-то какой-то большой, такой, ну, и сейчас есть успехи у Вооруженных сил Украины, но если это будет там прорыв фронта, условно говоря, ну, например, то тогда, конечно, они могут провести уже открытую мобилизацию. То есть им нужен какой-то триггер, им нужна паника настоящая, им нужна какая-то реальная угроза для армии, понимаете? Угроза должна быть не для территории, не то, что они потеряли город, там, Токмак. Нет, это им не страшно, для этого они мобилизовывать не будут. Когда мы прорвали фронт тогда в Харькове, была угроза потери армии самой, то есть что мы уничтожим армию. Вот тогда они проведут мобилизацию уже настоящую, не будут уже смотреть на общественное мнение. Пане Михайло, еще хотела сказать за российскую пропаганду тут в контексте отрядов Путіна. Українські журналісти, можливо, ви чули, бачили, українські журналісти телебачення «Торонто» зателефонували лідерці сумнозвісних загонів Путіна Людмилі Іванівні. Це та рудоволоса жіночка, яка є керівником ось цієї всієї банди. Запросили її до Києва. І руда пенсіонерка була настільки шокована дзвінком, що в кінці відповіла українцям «Слава Україні». Тобто їй сказала «Слава Україні», вона відповіла «Слава Україні». Наскільки це похитне російську пропаганду серед тих, хто так її дивиться, тому що є якась цільова аудиторія, це люди 60+, там 70+, які дивляться, вірять в те, що вони говорять, зокрема там про Байдена, про Дуду, дуже багато видео и велика добирка. Вот что вы можете сказать? Ну, я не знаю, если вы смотрели их выступление, но я в последнее время давно не видел, но в начале войны смотрел. Я почему-то уверен, вот искренне, что это не настоящее. В каком смысле, что это все троллинг, юмор чей-то. Имеется в виду, ну, смотрите, точно, что не эти же женщины пишут сценарий к своим текстам. Ну, звучит. То есть, так. Да. За этим стоит некая группа сценаристов, потому что это все написано, на самом деле, конечно же, с юмором. Ну, то есть это же не тексты Медведева, которые не юмор, которые, ну, вспомнить твиттер Медведева. Или там, где он пишет, Телеграм, не помню. Вот. Там все по-настоящему, да, там вся и злость настоящая, и все вот эти плескания слюной настоящие. То у этих женщин это все, я бы, вот если бы я делал юмористический номер, ну, в смысле для КВН, условно говоря, то я бы вот так это сделал, прям дословно с этими текстами. Ну, представьте, да, они стоят там в каком-нибудь дворе возле какой-то детской площадки и говорят, мы требуем там разместить ядерные ракеты на Кубе. Да? Ну, понимаете, но это прямо чистая пародия на какое-то вот такое 60-е какие-то годы СССР. Вот. Потому что тогда эти работницы заводов вот такой собирались, ткачихи, и требовали там немедленно, не знаю, посадить в тюрьму писателей Синявского и Даниэля. Ну, например. Ну вот, по-моему, это чей-то юмор.
Потому что мы же ни разу не видели это на официальных площадках. Мы же не видели это по Первому каналу, мы же не видели это в гостях у Соловьева, этих людей, по-моему. Ну, могу ошибаться, может, я что-то не уследил, но я думаю, что это все юморок такой вот. Пане Михайле, і на сам кінець, ми з вами досить часто аналізували моменти, пов'язані з Вагнером, особливо коли у них було намагання ось цей їхній похід на Москву. Зрозуміло, що Вагнер такого навряд чи вже зможе скоїти, але чи припускаєте ви, що можливо якесь наступний такий похід, і наскільки ймовірно, що його організують саме військові? І ті військові, можливо, яких розіб'ють саме в Україні? Я бы первое сказал, не обязательно такой. То есть поход, да, но уже может быть по-другому. Просто вот тогда, например, поход именно Вагнера на Москву, он напрашивался именно в таком формате. И вот, кстати, эта штука, которая одна из немногих, которую я смог предсказать во время войны, я прямо говорил, что это будет поход на Москву в формате похода на Рим Муссолини. Этот, я говорил заранее, там, за месяц, за полтора до этого похода. И он так и случился. Ну, именно в силу того, где они были расположены физически, что вот им было просто выйти сюда в Ростов, что у них был конфликт именно с Минобороной, вот так и так. То есть это был некий формат. В случае другого нового восстания, например, не обязательно же отсюда ехать. Да? Можно же восстать прямо в Москве, у них там есть представительство, какие-нибудь там дивизии, кто угодно, да, если армия по-настоящему. Не отдельное подразделение встало и пошло, а именно армия России, она может прямо в Москве восстание устроить, это раз. То есть не обязательно поход. Второе, вы сказали, возглавит. Вот то, что я не думаю, что возглавит, потому что я надеюсь, что следующее восстание будет уже в России успешным, более успешным, чем Пригожинские. Пригожинская проиграла, потому что вот эти самые, ну, псевдовоенные, они не настоящие как бы военные, да, ну вот Вагнеры, они его именно возглавляли. А когда, если бы они же были не руководителями, а исполнителями, то все могло бы и получиться. Потому что нужно политическое руководство. Этому восстанию не было, у этого восстания не было политического руководства. У следующего, я думаю, следующее начнется, когда будет политическое руководство, а исполнителями будут вот те самые военные, про которых вы говорите. Да, у которых из-за того, что их разобьет украинская армия, возникнут все вот эти желания свергнуть власть. Но нужен политический лидер или лидеры, которые такое восстание возглавят.